Ваша еда всегда самая вкусная, без исключений. Вы всегда понимаете нас. Ну, или стараетесь понять. И когда нам больно, вам гораздо больнее. Вы наши мамы, и это все объясняет. Но есть в нашей жизни не менее важные люди. Наши папы. И этот ролик посвящен вам. Вы никогда не оставите ребенка голодным. Чего бы это ни стоило. Вы всегда знаете, что нам нужно. И вы знаете, что когда мы вырастем, мы не оставим вас в беде. И если нас кто-то обидел, вы всегда придете на помощь. И всегда будете рядом. И пусть иногда мы бываем слишком сентиментальными, нам есть с кого брать пример. Только вы можете познакомить нас с тем, что по-настоящему интересно. И только с вашей помощью мы можем стать настоящими мужчинами. И каждый ребенок мечтает о том, чтоб сегодня маме было некогда. И из детского сада его забрал любимый папа. И неудивительно, что такие дни мы запоминаем на всю жизнь. Только папа может научить нас тому, что действительно пригодится в жизни. И только с папой мы понимаем, что сообща можно добиться гораздо большего, чем поодиночке. И пусть задачи, которые ставит перед вами жизнь, порой кажутся неразрешимыми, из любой самой сложной ситуации вы всегда найдете правильный выход. Вы способны понять и по достоинству оценить наши успехи. А мы, в свою очередь, вдохновляем вас на самые великие подвиги. И самое главное, сколько бы лет нам не было, только побыв пару дней наедине с папой, мы понимаем, насколько любим своих мам.
папы. Спасибо за нескучную жизнь.